Индийский ресторан. Чуть не сказала, индийский институт. Да-да-да. Когда не голодный, а ищешь духовные пищи и знаний, думаешь об институтах и университетах. И даже на рестораны говоришь. Институт. Вот так. Такие у меня наблюдения. Ну вот, очень утренняя, ранняя Варшава просыпающаяся. Люди с чемоданчиками ходят, потому что сразу в аэропорт. А нам с вами еще в отель, конечно, перед аэропортом. Ну все, обнимаю вас красотой Варшавской. Чао-чао.